Сегодня вечером в Краевой филармонии состоится приношение Босху. Зрителей ждет средневековый рок-концерт, посвященный 500-летию со дня смерти знаменитого голландского художника. Эту концертную программу впервые в Барнауле представит екатеринбургская группа «Флос Флорум». Музыканты играют на механической виоле, карельоне, дудельзаке и кимвалах. Все это средневековые инструменты, воссозданные по древним документам. О своем внешнем виде коллектив говорит просто: «Мы сошли с картин Босха». Нидерландского художника, кстати, называют почетным профессором кошмара. В этом легко убедиться на концерте «Флос Флорум». Выступление будет сопровождать картинный видеоряд. Начало концерта в 18:30.